Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Їхати на відпочинок потрібно завжди з гарним настроєм, враховуючи особливості вашої подорожі і, звичайно ж, ретельно підготувавшись. Як зробити ваш відпочинок незабутнім, знає Вікторія Сухіна, власниця туристичної агенції. Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії. З приводу відпочинку хотілося б поговорити, враховуючи те, що зараз зима, і те, що скоро будуть свята. І хочеться саме на ці свята отримати масу задоволення. Відпочити і трошечки завершити отой темп життєвий, який нас постійно заставляє бігати, метушитись, а хочеться просто отримати інші емоції. Это да, всім хочеться релакс, лечь, отдохнуть, погреться на солнышке. Можливо, да. На сонці, а можливо, хтось хоче отримати і зимову насолоду, побачити сніг, побачити лижі і поїхати і покататись. Ну, конечно, є любителі релакса, є любителі отдохнути на солнышке, полежати на шезлонги, є любителі екстремального виду спорту, це лижі, сноуборди, є люди-путешественники, які люблять ходити по Європі, розглядати всевозможные музейні експонати, реліквії. Да, ну, на любителя, в принципі, у нас мир, весь мир, он, в принципе, создан для путешествия. В каждой стране есть что-то интересное, именно на вкус, индивидуально. Зараз, насправді, дуже багато різних пропозицій. Усі хочуть запропонувати щось особливе. Але треба підготуватись і знати, що хочете саме ви, аби не прогадати. Так от, я хотіла вас запитати, як людину, яка вже багато років займається цією справою, і ви знаєте вже туристів усіх, мабуть, знаєте, чого вони хочуть, і знаєте, чого вони не хочуть. Але, можливо, у них є якісь думки. Дуже часто трапляються такі люди, які не знають, чого вони хочуть, і тоді доводиться вам працювати за них і думати теж. Ну, во-первых, наш турист хоче даром. Это самое первое, что он хочет. Если как бы турист хочет море, пляж, тепло, да, он обязательно это хочет даром, он обязательно это хочет в полном лакшери, ну и чтобы его приняли и любили как своего, и еще, наверное, заплатили за то, что он к ним приехал. Это, в принципе, каждый турист нашего города Днепропетровска это хочет. Ну и, конечно же, есть реалисты, которые реально оценивают ситуацию. Да, в основном сейчас пользуются спросом теплые страны. Это поближе всего, это Египет, Объединенные Арабские Эмираты. А по, ну, кто, в общем-то, готов к долгим перелетам, это Китай, это Таиланд, это Шри-Ланка, тем более там закончились сейчас, сезон дождей закончился, и сейчас там тепло, хорошо, да, вот сначала турист летит в Таиланд, он для себя не понимает этот отдых и боится, но уже после суток он понимает, что такое Таиланд, он в кушает все прелести этой страны и наслаждается. Тобто, в принципе, сьогодні, на сьогоднішній день можна обрати собі що завгодно. Ось так. Да. Є пропозиції до різних країн, є види зимового відпочинку, є ті країни, які славляться саме зимовими видами відпочинку, зимовими розвагами. І не лише цим, а ще і можна отримати такий відпочинок, коли ви можете просто подивитися на місто, на країну, на якісь історичні знахідки. Тобто, в принципі, взимку теж можна подорожувати так, як вам хочеться. Ну, конечно. Треба обрати, що перше, для себе. Що би хотілося для себе, да? Якщо людина хоче, іменно зараз в преддверії праздників, да, хоче красиву ёлку, много огней, вкусной еды, і йому не обов'язково солнце, море и песок, да, это, конечно же, Европа, тем более сейчас там начинается Рождество, Европа красивая, Европа блестит, песни поет,
вкусно кормит. И, конечно, это надо ехать туда. Там можно посмотреть всевозможные достопримечательности, отдохнуть. Европейцы люди широкой душой, веселые. Если человек хочет покататься на лыжах и много снега, конечно же, это горный туризм. Ну, это и Австрия, это и Польша, это и наша же Украина, потому что в нашей Украине Карпаты тоже есть горнолыжные курорты. В принципе, ну, человек может выбрать на любую свое желание. Хочет он экстрима, хочет кататься, да. У нас даже есть туристы, которые едут на черные трассы, Драгобрат, это тот же, те же Карпаты, и экстремально отдыхают вдалеке от всех, в принципе, изъезженных горок. Поэтому... Ну, це вже ті люди, які, мабуть, випробували все. Ну, уже научились всему, і їм уже тепер хочеться что-то погорячее. Ну, тобто ви можете запропонувати і такий вид відпочинку теж? Тоже, конечно. Так. Значить, треба спочатку зробити собі такий собі план, що я хочу, так? Да, наскільки я устал, хочу ли я фізичних нагрузок, или же все-таки я не хочу фізичних нагрузок, хочу розслаблятися і лежати, читати книжку і гретися. То, в принципі, да, спочатку треба вибір зробити, що хоче тіло і душа. Так. Ну, наприклад, да. Ми це вже зробили. Потім да. Далі ми дивимося, скільки у нас є грошей, так? Чи це спочатку треба? Ну, ні, спочатку треба зрозуміти, що хоче тіло і душа. А потом, конечно, финансовая составляющая. Конечно, нам никто не собирается платить за то, что мы туда приехали. А вот, да, надо соизмерить свои финансовые возможности. И уже отталкиваясь от них, естественно, приходить к нам і розказувати свої пожелання. Приходити до фахівців, які можуть потім порадити. Але ж зараз теж дуже багато пропозицій таких. От коли людина може заплатити тільки решту грошей, вона може забронювати лише частково свою путівку і потім виплачувати вже частями. І повернути, якщо, наприклад, щось там не складається, то за місяць, мабуть, можна повернути гроші. Ну, свої, навіть так? За дві тижні. Якщо, допустим, чоловік оплатив тур, ну, скажімо, определився трьома місяцями раніше. Определився, забронював, собственно, внес предоплату і постепенно, да, он вносит средства на выкуп своего тура, и что-то произошло не так. В принципе, он может отказаться от этого тура и его сам реализовать. Но, скажем, выставить этот тур на продажу, вот именно ту дату, но только за ту цену, допустим, которую он уже уплатил. Да? И, ось так. Да, ну, и, конечно же, желающие найдутся, естественно, это большая экономия. Или же, если так и не нашли желающие на покупку тура, то за две недели желательно отказаться от тура, и тогда 50% возвращается, но смотря какая ситуация. Если ситуация действительно связана с болезнью, или с каким-то действительно бедой, то, в принципе, операторы возвращают и до 100%. Ага, ясно. Да, але это рассматривается индивидуально. Наскільки часто трапляються такі випадки, коли доводиться повертати усі гроші? Ну, слава Богу, не так часто, но, наверное, в течение полугода уже было 5 случаев было. Да. То ли інфаркт, то ли аварія, ну, такі іменно. Ну, от взагалі люди часто запитують, звідки ж з'являються такі відказники, такі люди, які потім в останній момент вже повертають свою подорож. Отказной тур, это и в смысле, он и так и называется, отказной. Потому что от него отказались, он имеет состав, да, это либо два человека, либо это три человека. Невозможно поменять ни рейс, ни состав людей в туре, ни страну в эти деньги. Это вот имеющийся продукт, он целый, имеет свою окончательную цену, и турист, собственно, если он сам реализует, он и говорит, выставьте, пожалуйста, этот тур на продажу за вот такую цену. Я готов его продать за столько. Да? Турист осознанно готов терять какую-то часть денег. В принципе, и мы выставляем за цену туриста, реализовываем этот тур желающим, мы ему возвращаем деньги. Либо же, если да, действительно, таких не нашлось, оператор дает предел. Вы можете попытаться продать сами, но если вы не продадите, мы вам вернем вот такую часть
денег. Ну, угу. тоже рассматривается это индивидуально от случая. Почему человек отказывается? Что произошло? Угу. Да. Ну, от за вашим досвідом, як краще це робити? Чи раннє бронювання повинно бути? Чи їхати заплановано? Ну, если брать финансово, конечно, лучше и веселее по ценам – это раннее бронирование. По ценам, по периодичности выплаты, допустим, 20%, 25% вы внесли предоплату, и всю сумму надо за 2 недели до вылета. В принципе, если есть непогані полгода, умови, так. Да, можно потихоньку, по 1000 даже, по 2, ну, хоть по 500 гривен, хоть по 50 каждый день, без разницы, да, вы можете наполнять стоимость своего тура, как вам удобно. Угу. Просто за 2 недели до вылета надо его полностью оплатить. Так, ну, вот бачите, такі супер пропозиції вже є, існують, тому можна сказати, що будь-яка людина, яка хоче відпочити, чи взимку, чи влітку, Или може, да. вона да. може це зробити. Да. Є усі можливості. Да. Інша справа – це, мабуть, обрати ту країну, яка вам більше сподобається. Чи це буде Україна, бо, можливо, ми не завжди знаємо все, що є тут у нас. А у нас дуже багато всього цікавого. Да, у нас можливо... дуже багато цікавого. Ми практично по всім своїм достопримечательностям не уступаємо навіть Європі. Єдине, мати до цього інтерес, хотіти. Угу. Это... От з приводу, наприклад, Західної України, ну зараз справді це вже туристичне місце, всі вже їдуть до там, де сніг, їдуть в Карпати, хочуть відпочивати, але там теж є свої нюанси. Як домовитись, наприклад, з господарями, так? Чи це є вже запланований да, тур? Это уже, ну, если это покупать через туристические агентства, да, то они не договариваются с хозяевами отелей, да, так они это делаем все мы. Угу. И мы, в принципе, сопровождаем их от точки выезда и обратно полностью. Мы сопровождаем в принципе, по средствам связи и коммуникации по телефону, да, даем совет, если вдруг какие-то нюансы. Но, в принципе, естественно, гид их встречает и сопровождает в течение всего отдыха, даже по Украине. Если человек не боится и готов это сделать сам, то, да, в принципе, он все нюансы, проезд, угу. как добраться до отеля, как поселиться, это он уже сам строит. Если сравнивать цены, от Карпаты, например, в Україні і, ну, візьмемо там, в інших країнах, так, то наскільки це буде дешевше відпочивати у нас взимку, так, якщо ми порівняємо ці країни? Ну, я не можу сказати, що це, смотря, как бы, нет, я не могу сказать, что дешевле. Наша Украина, да, наша Украина сейчас, она и сервисом, собственно, выигрывает, я бы сказала, у европейцев, больше душевностью, радушностью. И, в принципе, наши украинцы знают себе цену, и они сейчас ага, уже не настолько... ставлять высокие цены. Да, ну как бы высокие, смотря тоже, какой комфорт человек хочет, к чему он готов. Если угу. он готов к борщу, к пампушкам и 3 звезды, а в нашей Украине 3 звезды – это не обязательно что-то убогое и заброшенное. Это может быть чисто, комфортно, уютно и даже с камином. Или же человек хочет 5. Угу. Звезд и тот же борщ с пампушками, но только с хрустальных ваз. Тут вот в этом и есть разница в ценах. Да? К чему це человек завжди, готов? Це ж в усіх країнах, так, звичайно, да, не тільки, не лише в Україні. Так. Тобто ми вже наближаємось до сервісу, як ви кажете, вже до європейського. Я маю на увазі, це справді не Дніпро. Ну, в Дніпрі тут не можна сказати, що тут люди йдуть сюди відпочивати, так більше вважається промисловим містом. Ну, звісно, да, це не курортний город, не курорт. В принципі, ну, як для нас, для самих дніпропетровчан нам є де і на лижах покататися, є де борща з пампушками поїсти. Ну так, звичайно. Да. Якщо є, наприклад, нюанси якісь, то чи бере на себе туристична агенція можливість їх вирішувати? Ну, ми, взагалі-то, в принципі, всі нюанси рішаємо. Допустим, если что-то в поселении с отелем, именно с номером, какие-то негоразды, да, турист не обязательно вступать в ссору с администрацией отеля, он может нам написать, а уже мы непосредственно с принимающей договор, с принимающей стороной и решаем этот вопрос. Единственное, адекватность претензии. Ну и наш турист хочет сейчас и сию минуту, естественно, угу. и поэтому уже поскандалив там,
в общем-то, испортив себе настроение и всем вокруг, естественно, потом они звонят нам и говорят, а вот у нас. Но по большому счету бывают такие проблемы, которые... Ну, не стоит так бурно реагировать. Ну, наприклад, ну, трошки давайте зараз проаналізуємо таку ситуацію. Ну, наприклад, приїхали люди, так, ну, не одразу їх... Не по Україні, давайте розкажу не в Україні. По Єгипту. Єгипет, да. Практика, жива практика. Угу. Поїхала мама з ребенком в отель «Первая лінія». Ми вибрали, спеціально їй вибрали шале, віддільно стоящее, тому що їй хотілося тихо. Ну, в общем, подобрали все идеально. Естественно, по Египту есть нюансы, я всегда предупреждаю. Вы идете на поселение, посмотрите номер, проверьте кондиционер. Если вас все устраивает, вы остаетесь. Если не устраивает, возвращаетесь на ресепшн, говорите неадекватно, говорите, что вам не нравится. Кондиционер не работает, вода не течет, где-то что-то капает. Вас, по возможности, переселят в номер, но, естественно, вежливо, достойно общаться, очень уважительно с людьми, потому что они тоже люди, тоже на работе. В общем, выбирала туристка номер, три номера поменяла, где-то было далековато от бассейна, где-то близко к морю, но тоже невозможно. Ну, в общем, нашла она тот номер, все, поселилась. Первые 3 часа было все замечательно. Не 3, 5, которые она спала, все было замечательно. На следующее утро она звонит мне, пишет, что весь номер в стеклах. Побитых стекл, ну вот весь номер в стеклах. Это как так? Естественно, у всех ужас, паника, номер в стеклах. Хотя адекватно, конечно, человек поменял 3-й или 4-й номер. Он его, естественно, принимал и уже 3-й или 4-й точно смотрел пристально, если уже человек выбирал номера. Ну, собственно, ладно, утро мы дождались, я звоню guest relation, или же я звоню принимающей стороне и говорю, вот такой-то номер, весь в стеклах, пожалуйста, либо поменяйте и решите ситуацию. Ну, как так? Ну, оказалось, по факту оказалось, что... Лежала маленький кусочек стеклышка возле туалета, возле двери. Да. Ну, щось, можливо, розбилось, залишилось и сама уборщица, да, горничная, она просто ее не досмотрела. Конечно же, было извинение, был подарок, был комплимент. И уже потом сама туристка говорила, что ну там ничего страшного, видимо, разбилось. Ну, вот бачите, как вы... Самое главное, как воспринимать ситуацию. Так, но первый выйти из всей ситуации, да. Теж. Ну, звонить нам, мы будем в этот момент успокаивать. Вот, говорит, подождите. До чего я хочу взагалі, от, що я хочу сказати от зараз, пані Вікторія, насправді потрібно реагувати добре, позитивно на все, що з вами відбувається. Якщо ви поїхали на відпочинок, то не робіть нерви собі і людям. Ну, це перше. Адекватно оцінити ситуацію, тому що після 3-го чи 4-го поміненого номера, да, сказати, що у мене весь номер в стеклах, це крайне необачно, я б сказала, тому що я-то делаю аналіз, ми один номер поміняли, 2-й, 3-й, 5-й, но неужели ми не видели, що весь номер в стеклах, і ми туди заселились, і через 5 часов ми побачили, що... Ну, звісно... Про що це говорить? Про те, що люди настільки знервовані їдуть відпочивати, да, що в них стільки проблем є. Вони не збираються віддихати, вони іщуть підвох. Так. Вони іщуть, ну, как бы, момент такой був теж з цією туристкою. У ребенка був день рождения. Именно на період путешествия. Ну, в день рождения в этот день было еще у 5 человек. И поздравили 1-го, 2-го. А вообще день рождения, поздравления в отелях происходит очень скромно. Тортик, свеча, и выходят официанты, поют песни, хлопают. Ну да, как бы символически поздравили, отметились. И ее очередь была где-то, наверное, ну, 5-я, 6-я. Вот как бы она почти предпоследняя была. Ну вот пока она смотрела и смотрела, когда людей там поздравляют, ей надо уже было сейчас. И всегда она уже обиделась, и она отказалась. Она отказалась и сказала, мне уже не надо. Демонстративно встала и ушла. Тем самым она испортила себе отдых.
Она не испортила работу официантам. Они в своей стране при своей роботі. Ну, що тут скажеш, пані Вікторія? Знаєте, наостанок хочеться, щоб люди розуміли, вони їдуть відпочивати. Вони їдуть отримати задоволення. Так? І справді може бути все, що завгодно. І може на шляху бути що завгодно. І в самоліті, і, можливо, десь щось там по дорозі, і вже коли ви вже до готелю доїжджаєте. Все може бути. Тут інша справа. Інша справа в тому, як ви до цього будете ставитись. Звісно, саме головне – смотреть на все з позитивом. Плачущі діти, ну, звісно, не працюючий кондиціонер в Єгипті, це буде жарко, але з позитивом улыбаться, і буде обов'язково другий номер з кондиціонером. Якщо нам не дали тут помпушку, то не треба кричати «а мені», можна підійти і спросити з улыбкою, ну, а від улыбки кожен день світлей. Ми це цю правда. Песню вчили з самого дитинства. Це точно. Пані Вікторія, я вам дуже дякую. Я хочу, щоб і ваші нерви були міцними. Я розумію, що ваша Спасибо. Робота справді така от вимагає терпіння. Нехай вона буде для вас в задоволення. Ну, а тим людям, які хочуть кудись поїхати, відпочивати, звичайно ж, їдьте в задоволення. Нехай все буде добре. І ваш відпочинок обов'язково вдасться і складеться. Ну, а ми з вами побачимось за декілька хвилин.